Смотрите, у меня есть три новых приложения. Каждое из них приносит по 500 рублей в день. Это 500, это и это тоже. И по итогу уже 1500 рублей у меня на кошельке. Ну что, хотите зарабатывать такие же суммы? Ну тогда сейчас все покажу. Привет, есть реально три классных приложения от одного и того же разработчика, которые позволяют зарабатывать как средние, так и реально большие деньги. При этом эти все приложения доступны как для Android, так и для iPhone. И сейчас я вам о каждом из них расскажу, а в конце видео на своем примере покажу, как зарабатывать тут по несколько тысяч рублей в день и как всего за пару кликов гарантированно получить 1500 рублей на свой баланс. Такого, друзья, вам еще никто никогда не показывал, поэтому усаживайтесь поудобнее, ставьте лайк и начинаем. Итак, этих всех приложений на данный момент нет в Google Play, но их можно скачать с вот такой вот платформы под названием Skillz. Эта платформа это и есть разработчик всех этих приложений. Но для того, чтобы их скачать и начать ими пользоваться, нужно сменить ваш GPS-адрес. Делается это очень легко. Для этого скачиваем вот такое вот бесплатное приложение Fake GPS. После того, как вы его скачали, нам надо включить режим разработчика на нашем телефоне. Для этого заходим в настройки, нажимаем о телефоне и начинаем вот так вот кликать на номер нашей сборки телефона до тех пор, пока мы не станем разработчиком. Все, мы стали разработчиком. Дальше у всех будет примерно свой путь в зависимости от телефона, но у меня вот так, расширенные настройки. Здесь выбираем для разработчиков, спускаемся ниже и вот приложение для фиктивных местоположений. Мы вот так выбираем и выбираем здесь просто Fake GPS. Все. Дальше запускаем это приложение Fake GPS и вот так вот точкой выбираем любую страну, кроме России. Ну, например, Финляндия. Нажимаем запустить. Все, отлично. GPS мы подменили, теперь мы можем зарабатывать. И не закрывая приложение Fake GPS, давайте начнем зарабатывать и начнем с приложения GetCoup. И предварительно вы регистрируетесь на платформе Skillz и входите в свою учетную запись. Ну и здесь вот будут ваши все данные. Итак, суть заработка всех этих игр в том, что вам нужно сражаться против реальных людей. И за победу вы будете получать деньги. Но играть здесь можно как без вложений, так и со вложениями. И при этом зарабатывать намного больше. И об этом я вам тоже расскажу. И смотрите, процесс заработка тут очень прост. Например, два игрока платят по 60 центов, то есть примерно по 40 рублей, и сражаются за 1 доллар, то есть за 70 рублей. Кто побеждает, тот этот доллар забирает, и ваша прибыль 30 рублей за победу. И точно так же вы можете играть за монеты, которые тут есть, то есть не за реальные деньги. И эти монетки здесь называются Z-коины. Вот вы здесь также можете потратить одну монету на участие, и если победите противника, то получите две монеты на баланс. И предупреждаю, что вы играете против реальных людей, и после игры можно это проверить, но об этом чуть позже. И давайте сейчас попробуем сыграть в игру, ну и конечно же победить. Здесь можно сыграть вот в игру на выбывание. Здесь за вход надо будет заплатить 5 монеток, но получим мы 15. Но играть там намного дольше, а можно играть вот просто 1 на 1. Давайте это и выберем. Вот у нас найден игрок. Итак, запустилась игра, и надо за отведенное время максимально быстро соединять одинаковые по цвету между собой кубики в форме фигур. И чем больше вы насоединяете, тем больше очков получите, и тем больше у вас шансов будет выиграть. И давайте я сейчас попробую это сделать. Ну и вот по итогу удалось занять первое место. И смотрите, также за каждую игру здесь выдают вот такие вот билетики. Эти билеты можно обменять на призы, то есть на реальные вещи, которые доставят вам вообще в любую абсолютно точку. Либо эти билетики можно обменять на реальные деньги и на них уже играть и получать реальные деньги за победы. И смотрите, сейчас мы играли на вот эти Z-коины, это не реальные деньги, это обычные монеты, и обменять их на реальные деньги никак нельзя. Но как здесь поиграть на эти, на реальные деньги, не вкладывая своих? На самом деле очень просто. Во-первых, тут вам каждый день выдается бонусная коробка, и из нее может выпасть все, что угодно. Хоть билетики, хоть монеты, хоть даже реальные бонусные деньги. Вот смотрите, есть скрины людей, которым из коробок выпали реальные деньги на баланс. Вот кому-то выпало 6 баксов, это 400 рублей. Кому-то вот 12, это 800 рублей. Да, просто вот так вот нажали и выпало. И вот эти деньги, которые вам из этих коробок выпадают, их нельзя сразу вывести. Но на них можно играть, как на реальные деньги. И все, что вы заработаете на эти деньги, вы, конечно же, можете вывести. Ну и давайте эту коробку откроем. Вот, нажимаем приз за вход. Вылетает такая коробочка, нажимаем на нее. Идем. И нам выпало 92 билетика. Вот это неплохо. И следующий мы сможем открыть через 12 часов. Но и это еще не все. Также здесь есть трофеи. За каждый трофей здесь тоже дают коробку. И из нее может тоже выпасть все, что угодно. Вот смотрите, например, за каждую победу на Z-коины вам будут давать по коробке на протяжении 100 побед. Я вот одну победу сделал, мне дали коробку, и, по-моему, мне там выпало 5 Z-коинов. А также может выпасть там и 5 долларов, и 5 билетов, да вообще все, что угодно. Таким образом, схема заработка без вложений тут
очень проста. Играешь на эти зикоины, повышаете уровень, набираетесь опыта, и из всех коробок, которые вы получаете, вам выпадают деньги. И вы на эти деньги уже играете в так называемой вот в этой вот профессиональной лиге. Играете на реальные деньги, все, что с этих денег зарабатываете, выводите. Ну и в конце выпуска мы с вами так и сделаем, поиграем на реальные деньги, и, возможно, я сегодня заработаю несколько центов, долларов или даже несколько тысяч рублей. А также вам покажу, как всего за один клик получить 1500 реальных рублей на баланс. Ну а пока переходим к следующему приложению. Это приложение называется Bingo Travel. И как я сказал, все эти приложения от одного разработчика Skills. Поэтому у вас во всех играх будет общий баланс реальных денег. Именно вот этот вот баланс, зелененький баланс. Но везде будут разные балансы зикоинов и билетов. Ну вот видите, я зашел в эту игру, у меня здесь другие балансы. Здесь принцип заработка тот же. Сражаетесь с противником и получаете либо монеты, либо реальные деньги в зависимости от того, на что играете. Единственное отличие, это совершенно другая игра. И давайте я вам ее сейчас покажу, и мы тоже сыграем на зикоины. И это вот такая вот игра бинго. Здесь вам выпадают шарики с цифрами, и вам надо эти цифры отмечать у себя на поле. И это надо делать все максимально-максимально быстро. И как только закрывается, например, какая-нибудь линия, вот так вот по цифрам, или вот так, горизонтально, вертикально, в общем, неважно, вы нажимаете бинго, и вам зачисляются очки. Ну и перед первым запуском вам проведут подробную инструкцию, поэтому вы все поймете. А я давайте сейчас, ну я уже точно проиграл, но давайте доиграем. Ну да, я проиграл, ну потому что очень-очень долго вам все рассказывал. Но, кстати, здесь даже за проигрыши дают всегда билеты, так что это отлично. Также, друзья, по поводу этих монеток зикоинов. Что делать, когда они закончатся? Во-первых, эти коины даются раз в 2 часа по 5-10 штук. Для этого вот нажимаете «Получить бесплатные коины». И вот к нам 5 коинов упало на баланс. А также по одному коину можно получать за просмотр рекламы. Так что можно сказать, что эти зикоины тут бесконечные. Также смотрите, во всех этих играх есть вот такие вот уровни. Чем больше у вас вот таких вот тикетов, тем выше у вас уровень. И тут вот даже указано, сколько тикетов еще осталось собрать для того, чтобы перейти на следующий уровень. В моем случае это вот серебряный. А с переходом на каждый уровень вы будете получать все больше и больше тикетов за каждую игру. А я напоминаю, друзья, что эти тикеты можно обменять на реальные деньги. Так что повышать уровень для того, чтобы без вложений начать зарабатывать реальные деньги, тут очень и очень важно. И напоследок бомбовская игрушка Sea Puzzle. Разработчик тот же самый, суть такая же, но другая игра. Поэтому, возможно, она кому-то придется по вкусу. И давайте в нее тоже на зикоины сыграем. И вот, эта игра как Тетрис. Ваша задача вертеть вот эти вот фигурки и располагать их вот так на поле. И как только здесь заполнится полностью линия из квадратиков, она очищается, и вы за это получаете очки. Все очень просто. И во время всех этих игр, которые я вам показывал, есть вот такие вот различные бусты. Это штуки, которые облегчают вам игру. Вот здесь, например, можно заморозить время, либо взорвать целый ряд кубиков. В другой игре были другие бусты, так что обязательно их используйте. Ну и вот, по итогу, я в этой игре уже победил. Также во всех этих играх, которые я вам показал, раз в 3 дня проходят турниры, и на них можно зарабатывать реальные деньги, если хорошо играешь. Да, то есть принимаешь участие абсолютно бесплатно, но за занятые места тебе прилетают реальные деньги. И кстати, друзья, о заработке реальных денег, я же вам обещал, как тут зарабатывать реально большие суммы. Так что давайте это и сделаем. Мне больше всего понравилась игра GetCube, поэтому давайте на ее примере и покажу. Я все-таки решил пополниться и показать вам, как играть на реальные деньги. И для пополнения здесь не нужны какие-то невероятные суммы. Вот, я пополнюсь на 2 доллара, это всего лишь 140 рублей. Но тут можно при помощи пополнения указать специальный промокод, о котором мало кто знает, и вам на баланс дадут 20 баксов сверху. Это 1500 рублей, прикиньте. Для этого вот нажимаем «Ввести промокод» и вводим слово «Gamla Games». Нажимаем «Готово», и теперь нам дадут бонус 20 долларов. Ну и давайте я пополню сейчас на 2 бакса. Пополниться вот может с банковской карты, либо с PayPal. И вот, друзья, я пополнился всего лишь на 2 доллара, а у меня на балансе 22 доллара. То есть я по факту пополнился на 140 рублей, а получил 1600. Это просто жесть. И теперь давайте на эти деньги сыграем. Вот, выбираем игру уже из раздела «Про лиги». И сейчас мы за эту игру отдадим, ну, примерно где-то 40 рублей. А если победим, то получим в районе 70. Ну и давайте я сейчас начну играть, не буду отвлекаться для того, чтобы постараться победить.
Ну и вот, к сожалению, мне выиграть сейчас не удалось. Ну, потому что у меня довольно мало опыта пока что. И как я говорил, мы играем с реальными людьми. И каждый матч можно посмотреть на повторе и увидеть, как действовал ваш другой игрок. То есть эти игры максимально прозрачные, тут никто ничего не прокручивает. Любой матч можно пересмотреть и увидеть любого игрока. И для того, чтобы посмотреть повтор вашего матча, вы его в истории выбираете, и у вас здесь будет кнопочка «Смотреть повтор». Но у меня сейчас нет, судя по всему, на этой игре сейчас много игроков, сервера ее загружены, и у меня эта кнопочка просто не отображается. Ну а если вы играете на нереальные деньги, на зикоины, то такого повтора там нет. Таким образом, тут можно зарабатывать совсем разные суммы. С одной победы забирать хоть по $1, если залететь на этот матч. Либо можно забирать по 5 и даже по $10. Вы представляете, 10 баксов за игру. И таким образом, если там выиграть в 10 таких играх, это там уже в районе 700 рублей. Многие зарабатывают тут десятки долларов в день. Так что это вполне реально, главное поднабраться опытом. Это не какая-то там азарт, игра, тут вы играете против реальных людей. И смотрите, все деньги, которые выпадут вам с коробок или которые вы получите за введение промокода, они отображаются у вас как бонусные деньги. А вот все, что вы заработаете с этих денег, будет отображаться во вкладке «Можно вывести», и это реально можно будет вывести. Есть еще один дополнительный способ заработка. Вы можете создать свой промокод и рассылать их, например, своим друзьям. И за каждого такого игрока, кто сделает любой депозит, вы оба получите по $20. То есть и ваш друг, и вы. А за каждый второй депозит по 10 баксов. Прикиньте, какая халява. А теперь как деньги вывести? Вывод тут доступен на PayPal. Если вы выводите до $10, то у вас будет взиматься комиссия $1.50. Если вы выводите разом больше $10, то никакой комиссии нет. Поэтому намного выгоднее выводить $10. Вот такие классные приложения, ссылочки на них в закрепленном комментарии, ну а также можете посмотреть еще одну классную подборку способов заработка на телефоне. А если вам этот выпуск понравился, оценивайте его лайком. На этом все. Всем пока.